давай, если что, тоді набери, там смс-ку вийшли. Давай, дякую. Ага. Привет, что, всем, да, запись. Привет всем, друзья, привет, любые хлопчики, девчатка. Всем привет. Как видите, у нас огромная встреча с моим другом Андреем Бауэром. Да, очень все приятно. Все друзья, которые с Америки подписаны на меня, вы прекрасно его знаете. Это друг дяди Паши. Дяди Пашу знаем. Хороший, да. Знакомый. Весь американский Дима Малыша. Дальнобой. Да. Юра Козярский, он тебя Юра. Тоже... Да. Привет, мы тебя тоже дивимся. Да. Так что это все наша большая одна компания, друзья. Всем, всем подписчикам Александрам большой привет. Я всем жму руку. Мы находимся, как мы уже снимали видео. Рекламу сделаем. Да, да, в Макдональдсе. Это отдельно там строкой, да, потом вам да. Кинем, куда нам деньги за рекламу скину, как всегда. Да, встретились мы очень, поговорили. Мы раньше уже... в личке общались по Ютубу. Да, по Ютубу, да. Кто не знает, друзья, для мы так и познакомились с Андреем, общались, потом предложили друг другу дружбу мужскую. И теперь вот Андрей приехал в Украину. За 3-9 земель. Да, и я точно так до него приехал с Бердянска в Киев. Александру вообще большое уважение, что он с Бердянска 12 часов трусился, 5 часов ожидания на стульчике на автовокзале. Да. Теперь сидим уже вот в Макдональдсе, общаемся. Немножко еще вот это, сейчас ждем, приедет Андрей, родственник, забьем мне билетик, телефон, и поедем еще покатаемся по еще Киеву. Еще походим, пообщаемся. Да, у нас еще есть, время есть поезд 8 часов, поэтому поедем, пообщаемся, друзья. Так что вы там не забудьте, а ну-ка назови свой канал, как правильно подписаться. У меня есть два канала. Один дальнобойный канал, называется Modern Trucking, а другой просто житье-бытие Андрея Южная Каролина. Так что или туда заходите, найдете там меня. Вы поняли, друзья, да. Ну, а там, как говорится, все уже знают Диму Малыша и все остальное, это уже давно подписаны. Да. Дядю Пашу, так что там вы можете услышать. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик обязательно и напишите комментарий. Для вас это будет, ну, мелочи жизни, так сказать, а для Александра будет это очень приятно. Да, это просто общение для нас, друзья, да. Мы да. Не зарабатываем никаких денег, у нас, что у меня, что Андрей, очень тяжелая, одни из тяжелых профессий. Андрей всю жизнь за рулем. По сравнению с Александром, у меня еще легкая работа. Ну да, у меня лесоповал, да, вы все, друзья, знаете. У меня сидячая работа за рулем. Валим лес, я за рулем езжу, еще гружу, валю, да. Ну, это все видео. Как говорится, когда мы там снимаем, кажется, так все весело, смешно и легко там загрузил, закидал, попилял. Да. Ну, вы все понимаете, тем более 15 лет уже я в этом бизнесе. Так что, да. Погодка, друзья, у нас, видите, солнце просто супер, выжигает. Супер, да. Это самая лучшая пора для меня года, осень. Я очень, очень осень люблю. Так что я приехал в самое лучшее время. Летом жарко, зимой холодно, а сейчас красота просто. Украина. Андрей живет в Южной Каролине. Южная Каролина, Соединенные Штаты. Первый раз за 28 лет вот выбрался в Америку. А, в Украину, вернее. Первый раз. И... По соседству с Димой Малышем, тут в Северной Каролине. А мы рядышком, да. Да-да-да. Я ж выдаю тайны, Дима, да. Так что смотрите, будет Дима обижать меня, я позвоню Андрею, он до него доедет. Димон будет смотреть. Респект тебе большой. Да-да. Удачи во всем. С Аляски, дружище. Аляскуским привет. Да-да-да. 100%. Петрович. Да-да, мы тебя смотрим, все это видим. Ты будешь удивлен. Да. Для тебя это будет в новинку. Так что ты, ну, ты уже в курсе, потому что ты на наших каналах смотришь нас. Да, да, свои это люди. Для тебя будет сюрпризом таким наше общение. Ты на его канале найдешь то, что я говорил. На моем канале будет то, что Андрей говорил. Ну, я короткое видео снимаю, у меня будет. Я всегда снимаю впрямую. У меня 9 минут свободного времени будет занято нашим общением. Так что вот так вот, друзья. Что еще, Андрей, расскажешь? Ну что рассказать? Мы как бы уже о многом говорили, сидели, как бы на камеру все не запишешь. Нет, вот про работу, люди, про работу больше. Люди свои. Некоторые спрашивают, да, а что так мало снимаешь? Я говорю, ну это то, что видите на видео, это, конечно, не все, не вся жизнь наша. То мы уже с Александром как бы много. Да, я тоже, мы так... тоже подтверждаю, ребята, устаешь, у нас работа, иногда приходишь, ляжешь, сейчас во всех все есть. Иногда придет репортаж, я вам говорю, друга, придешь, как будто бы тебя заставили, приходится встать и смотреть, насколько устаем.
да. Сколько устаем от этого. YouTube это как бы, можно сказать, маленький процент нашей, да. Нашей жизни. Да, это да, совсем как бы это 1%. Да. 1% нашего общения, да. Так что. Так что, друзья, вы не сердитесь. Не сердитесь, не обижайтесь, да. Вы должны понимать, представьте, вот это тоже все это езда. Ну, что вам говорить, вы сами знаете. Да. Что такое? Кто работает, то понимает. Мы работаем своей головой, своими собственными руками. Мы простые люди. Некоторые говорят, да. Это там что-то такое. Нет, да, мы, да. Мы такие, как и да. Все. Возможно, да, отличаются машины, чем у нас, вот, у людей, потому что просто немножко другой заработок, а также те же деньги точно так же улетают, да, как и наши. Их сколько ни соли, с них никакого нет. Поэтому, друзья, мы есть возможность, мы отдыхаем, едем. Кто-то на рыбалку, как видите, как Аляска, там вот любит он пойти на рыбалочку. Также я, вы видите, у меня рыбалка. Правда, мне некому помочь сбоку снять, потому что я впрямую веду видео на телефон. Надо оператор. Да, 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 да. Надо вот, это, вот, да. Вот ну, эту палочку я тебе, кстати, оставлю. Это будет твоя. Да брось ты. Да, вот будет твоя палочка, она здесь разда. Ну, все, друзья, как видите, нужно будет еще скинуть немножко денежек, чтобы я вернул Андрей. Да, не все знают, что мы попрошайки, но не те попрошайки. У тебя уже извинения не будет. Надо, чтобы ты показывал рыбалочку, все показывал. Да. Ну, рыбалка уже, друзья, будет у нас в следующем сезоне. Ну да. Ну, вы видели сухую рыбу, я там снимал. Андрей, мой друг, ты шлюп. Та USA, я думаю, тоже многие знают. Это мой тоже лучший друг. У меня три лучших друга. Вот Андрей Бар, Андрей Теслюк, Та USA и Юра Козярский. У нас у всех друг друга есть телефоны. Вам мы их не дадим и не просите. У нас есть телефоны, мы общаемся. Не, если кто-то хочет, ребята, пишите в комментариях, без проблем. Понятно. Телефон, электронная почта, все да. Будет. Мы... Есть, мы... есть группа, не... да, группа. Нам не стыдно. Есть группа тоже, но это уже к Андрею Та USA, он там, это он уже принимает решение по группе. Есть в последнее время зачем-то какие-то женщины выкладывали фотографии, к чему это мужской компании, настоящим мужчине, нам такое не нужно, поэтому удаляться. Зачем-то какой-то юморист стал эти вещи туда выкладывать. У нас здесь идет, Андрей мне выругал, не этот Андрей Та USA, а политики. У нас только о машинах, об общении, о ситуации, что происходит на дорогах, там, с другими там обыкновенными, простыми житейскими ситуациями. Мы да. Стараемся как бы не навязывать свое мнение другим. Да, да. У нас есть свое мнение, свои понятия. Там, вы должны, друзья, понимать, мы все разные, абсолютно разные. Но почему дружим? Потому что мы никогда не оспариваем ничье мнение. Да. Никогда. Это, во-первых, некрасиво. Никогда некрасиво указывать даже человеку, как он говорит, что он говорит. 100%. Это... Человек говорит, общается так, как он умеет, а вы его принимаете таким, какой он есть, друзья. 100%. Да. 100%. Вот, друзья, вот такое короткое видео. На этом закончим всем наше удачи, такое общение. Всем да. Крепкого здоровья, особенно в наше время. Не болейте. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо, что приехал. Спасибо, что встретились. И Александру спасибо. Да, вам, друзья, до новых встреч. Ну и, как всегда, ждем вас на наших курортах Бердянска, друзья. Пока. Пока.